зовут Андрей Павленко, мне 39 лет. В настоящее время я являюсь руководителем онкологического отделения крупной университетской клиники в городе Санкт-Петербурге. Две недели назад, я узнал, что у меня агрессивная форма рака желудка. И в настоящее время я являюсь самым настоящим онкологическим больным. У меня есть все атрибуты онкологического больного. Это порт для внутривенных инфузий, который установлен под кожу. И я уже прошел первый курс химиотерапии. И план лечения, который совершенно четко обозначен, и я знаю, что будет следующим моим шагом. Ну вот она. Чем меньше рака, тем хуже зашивать косметики. Не, все согласен. По всем онкологическим стандартам и правилам в настоящее время мне показано проведение химиотерапии. Мы планируем провести 4 курса, а в дальнейшем решать вопрос о проведении хирургического лечения. Считайте это хроническим экспериментом. Я хочу, чтобы вы были максимально информированы о своей болезни. Я хочу, чтобы вы знали о всех возможных осложнениях, которые вас могут ожидать. И я максимально открыто хочу рассказать вам о том, как с ними можно бороться.